цей дьот. То хватит, доктор. Где мы, черт возьми? Роты Лара пропали. Иона! Я здесь! Thank you.
Надо выбираться отсюда. Это еще что такое? Ушли вглубь острова.
рюкзак с Эми. Эми! Значит, они прошли здесь. Сэмми? Рот! Кто-нибудь меня слышит? Я должна их найти. Хорошо. Сэмми! Есть кто-то в связи? Ответьте! Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Нельзя сидеть на месте. Нужно найти какую-то еду. Боже, что здесь происходит? Стоп, лук мне пригодится.
Просто вспомни уроки Рота. Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. Я хочу есть. Я должна найти еду. Все, пора в лагерь. Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу домой.
город Рот. Капитан Эндьюран, наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот? Лара? Ты жив? Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег. Потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший, Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата. Только я... Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия Сент-Юранс, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем? Музыка? Эй! Эй! Есть там кто? Наверное, это и есть проход. Черт! Что это за символы? Что я делаю? О, боже, это безумие. Традиционная маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Тут нужно чем-то взломать. Сэмми? Иди по тропинке. Она поднимается в гору. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально. Он один из нас. Прошу прощения, если напугал.
Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. Ну, хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Плохо. С чего же начать? Ладно. Я Лара Крофт, археолог с научного судна «Эндьюранс», разбившегося у берега. Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала, что все это только легенда.
Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Лара! Сюда! Я кое-что нашел! Мне это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Какая-то коробка. Кто же оставил их здесь? Могли бы предупредить о волках, доктор.
Мне это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Кризис самооценки. Что ж, значит, ради нее мне надо делать. Могли бы предупредить о волках. На разных стилях. Ворота явно древние, но... Это великолепно. Посмотрим, что тут можно сделать. Изображение солнца. Что это может быть? Солнцепоклонники? Террасу? Возможно, возможно. На этом острове происходит нечто весьма интересное, Лара. Я бы не назвала это интересным. Но почему выжившие стали поклоняться древней японской богине солнца? Занятно. Занятно. Дорогая, подумай. Хорошенько подумай, прежде чем сделать этот шаг. В экспедицию я вложил все оставшиеся деньги, но... Давайте, доктор. Ты готова? Назад!
Еще один храм. Кому они поклоняются? Цифры. Какие-то координаты? Он хотел, чтобы их нашли? Thank you.
Актеры театра Но поднимали и опускали голову, чтобы маска выражала разные эмоции. На воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Мимика?
Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Невероятно.